Подожди, брат, тормози. Меня дома семья ждет, быстрее. Я видали, я первый. Вот тату ты нахуй меня буксуешь, блядь, руль на месте, правда, его не видно. Он просто, знаете, я за рулем. Я вот типа думал покупать. Уебать. Хуя себе. Playground Games. Turn 10 Studios представляет. Форсаж 21. Ебать, сейчас хасанить будем, йоу. Бля, как на руле начинать играть? Специальные возможности. Какие у меня специальные возможности? Подожди. О! Блять! Логиниться надо. Поехали. Вот что я вижу. Нихуя чебоксары похорошели, блядь, при Собянине. Я вижу бесконечный фестиваль. Ебать! Фестиваль, на котором можно быть кем угодно. Ух, бля, у меня реально мурашки пошли. Охуеть. Ебать. У меня реально мурашки, блядь. Не призумить никак. О, чуть-чуть видно, чекай. Ебать. Это мой Horizon. Полетели нахуй. Мне кажется, у меня ничего не работает. Welcome. Новое начало. А ну? О, ебать! Ехала! О, ебать! Нихуя! Все, сейчас я разъебусь сейчас. Подожди, брат, тормози. Меня дома семья ждет, быстрее! Ебать! Пиздец. Куда мы приехали? Бля, не туда приехал, ебаны. Подожди, как? Да ебать, давай нормально. О-о-о! Пиздец. Да ебать. Да ебаный. Ну тут тачка не слушается. Пиздец неуправляемая. А как? А как? Блядь, а как заднюю дать? О. Да блядь, левее дай. Пиздец. Да еб... У меня руль слишком такой, знаешь... Мягкий, а хуй знает, как управляет. О. Все. Смотри, меня пацаны ждут. Пацаны, ехала. Ебать, подожди. О. А все, лохи ебаные, блядь. Я прикалывался. Нихуя хасаню, бля. Смотри, ба. Опа. Ебать, давай собьем нахуй всех, сука. Бля, занесло, блядь. Тихо. Бля, похуй. Нормально. Бля, что мне с рулем, я не знаю, какое в нормальном положении. Да, блядь, да что происходит, гандикап. Ёбаный гандикап. Похуй, задом поеду. О, смотри, полицейский разворот. Давай, полицейский разворот. Опа. Бля, у меня руль боком. Что за хуйня? О, нормально. Тихо. Блядь, руль не слушается, он сам по себе рулит. Это... Он реально сам по себе рулит, что за хуйня? О, вроде нормально, встал. Пизда. Я отвечаю, я также тест, блядь, в ГАИ нахуй сдавал бы. Прохожих позбивал бы, вообще похуй. Только я не знаю, мне нужно этот... Он как-то странно работает, я пока не понимаю ничего. Поехали. О, ебать!
рулю плохо стало. О! Тяжелее сейчас стало что-то. Да съебись! Я еду к семье! Блять, да что происходит, ебаный рот? У меня руль не слушается. Бля, вот так взять, все, все! Вот так надо. Да похуй. О, ебать, дрифт, пошел, найс. О, еще давай. Поебать. Поймали. Все, 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 надрачиваюсь. Нормально, 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 нормально. Контроль, а то, да, сейчас эти лохов догоню, смотрю. Я сейчас нитро врублю. Пятую передачу сразу. С первой на пятую. Блять, пиздец. Ой, блять, в кювет улетели. Похуй, нормально. Я стер себе память, нормально еду. Лохи, слышите, подождите немного. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я только учусь. Бля, пацаны, ну ебаный рот. А хули они не ждут меня? Друзья, блядь, называются. Тихо. Все, нитро, поехали. Бля, как тут нитро? Как тут нитро? Все, я приехал. Я первый. Оп. Ебать, дрифт. Смотри, мне хлопают. Да, это я, Джонни Торетто, здорово. Отбей, брат. Блядь, а как их обратно? Что, у меня ролик, он с ума сошел. Блядь. И полетел. Блядь, да... Да ебаный свет. Где тут задний ход? Да ебаный, ну машина вообще мне похуй. Я реально поебать. Ладно, это шоу, ребят, ради шоу. Я на самом деле водить умею, я напиздел вам. Я умею, блядь. Я гонщик в прошлом. А стриминг это так хобби. У меня свой бизнес. Аллилуйя, блядь. Подожди, подожди, нормально поедь. Да ебаный рот. Бля, руль пиздец баганый. Мне брак попался, прикиньте. Блять, мне реально брак попался. Охуеть, пиздец, брак. Ебать. Реально брак. Он не работает, пиздец. Смотри, я реально правильно еду, а он... Бля... Бля... Все, реально брак, пиздец. Пиздец. Брак. Забраковали. Бля, это руль за 5 рублей получается. Ничего, ничего, ребят. Похуй, я фору им дал, они... Да, они не догонят меня, я первый. Похуй, я первый, блядь. Видишь там, даже в этой херне. Я первый. О, весна. О, я чувствую, чувствую уже. Как я фору им дал, бля. Пахнет весной. Ну чё, сейчас фарш это догоним, блядь. Alright, guys. Let's go. Всё, видали? Я новый руль подключил. Нормально все пошло. Смотри. Ух, ебать. Слышите, а хули вы на мотоциклах, блядь, а я на тачке ебаная какой-то с вентилятором, блядь. Тоже жарко в тачке, блядь, вентилятор аж сзади подключил. Да пиздец. Да ебать, игра гандикапит, руль баганый, пиздец. Пизда. Приехали, нахуй, называется. Блять. У меня все, она застряла, я не могу ехать. О, иди отсюда, бля. Бля, руль баганый, пиздец, ребят.
Настрой руль. Ребята, так руль за 5 рублей не настраивается. О! Он... Бля. Да еба. Блять, а где тут... А где тут пауза, блядь? Девятая, какая девятая передача, ебанутая? Десятая. Это что у меня за агрегат должен быть, чтобы на такой передаче? Ну-ка, проверочка, поехали. Hey, Blue, thread the needle with me. Давай. Во, нормально, слышишь? Походу. Во! Ебать. Блядь, а что... Блять. Поехали. Да нормально вроде. Во, нитро чувствую. Все! Тема, блядь. Да, бля, не-не-не, заносит, пизда. Блядь. Сухо. Да он сам с ума сходит. Скайнет, блядь. Он сам двигается. Охуеть, Скайнет! Восстание, блядь! У меня руль сам по себе ебашит! Да пиздец! Ёбаная, блядь, шайтан машина, нахуй! Она меня проклянет еще! О, почти все! Газ! О, пошло, походу! Блядь, нет, да как?! Тихо, брат. Ради семьи не убирай. Все. Ебать, еще сальтуху сделай заднюю, блядь. Из тачки же так умеют делать. О, вот это прыжок, ебать. От бога просто замедление прям в тему. Блядь, занесло. Да ебать, давай, похуй. Похуй. Пизда. Тихо. Главное, сильно не перекручивать нормально. Хо! А где замедление, блядь? Ча. Дрифт! Дрифт! Нормально. Бля, в кювет не падай! Тихо. Аккуратно, с парковочки выезжаем. Все, педаль в пол! В смысле пропущено? О, спасибо. Все, педаль в пол. Поехал. Все нормально, ребят. Немножко отпускаем. Во! Нащупал! Блять! О, еба! И в лужу давай, нахуй! Бам! Ебать, поворот. Дерево. Сука, конечно, я, блядь, поцелую это дерево. Слушай, она на двадцатке нормально ебашит. Может, еще меньше сделать? Или нормально, мне кажется. Надо, вот чуть-чуть притормаживаем. Потому что опасно. Во! Руль не слушается. Сука, тихо. Первый. Ебать. Let's go. Мотоциклист на воздухе сбил. This is Horizon. We got him, bro. Ебать, в автосервис поехали на бэхе. Тут чья гонка до автосервиса. Let's go. Да, сейчас этих лохов, блядь, на изи, нахуй. Вон ламба, блядь. Бугасти, так, пыль. Я на Харазине еду. Это тачка новая, модель. Педаль в пол. Ебать, флаг России. Россия! Бля, пацаны, ладно, я пошутил. Притормозите чуть-чуть. О, мне! Тормоз. О, видал? Дрифт. Мимо дерева. Опа, я же говорил. Бля... Повыебываться не дает. Подожди, тихо, руль на место.
Да ебаный твой рот. А, все, пацаны, я фору дал, давай. Поехали. Пацанам фору дал, пусть повыебываются, что Джонни Тар это перегнали, блядь. У-у-у, здорово, здорово, ебать. Да-да-да, это я. Тормоз. Ищу. О, лохи, баны. Я, бля, быстрее вас, нахуй. Ой-ой. Видали, как я обогнал вообще на изи? Даже не старался. Бля, ну пиздец, ребят, глотайте пыль. Бля, ну это вообще пиздец. Че, посложнее можешь включить? Чуваков. Или это с онлайна пацаны зашли? Ебать, флаг России, let's go, Россия! Блять, тормози! Куда ты, Так, блять, давай нахуй, гаишников ждем нахуй, уебище, блять, ДТП оформляем. Ебать, с места ДТП съебал! Ебать, урод! Слышишь, сейчас догоню нахуй. Как тут мигалки врубить? Бля, ну повторно, ребят, догоняю, ну это позор уже, блядь. Первый, yeah! Let's go. Бля, да, в смысле, мне говорят, это же Россия, нет? Это за МКАДом выехал, там то же самое, блядь. Ебать, спасибо, чат, спасибо. Я, блядь, пиздец гонял, нахуй. Тяжело было. Да пиздец, веселье. Над лохами нахуй. На своих жигулях ездят, блядь. Да, Джонни, это я, блядь. Да, это я. Бля, прикиньте, меня даже в игре уже знают. Охуеть. Да, я Джонни, блядь. Я Джонни. Ну, знаешь. Бля, спасибо. Конечно. Ребекка один из наших бывших, она помогает мне управлять шоссе на серии Horizon. Волнуйся? Еще бы. Помню свой первый день Horizon, сюрреализм какой-то. Я пока вас оставлю, готовьтесь к первой гонке. Удачи. Ладно, давай найдем тебе тачку, какая нравится. А тут камрюха есть, нет? Бля, подожди. Чё берем? О, мой ради семьи, ребят. Мы взяли ради семьи. Я вообще, чтобы сесть в машину, надо жопу приподнять, блядь, разве нет? Бля, ща будет. Ща будет. Не-не-не-не, ребят. Отменяется. Блядь. Похуй, блядь. Масло. Let's go, блядь. О, я чувствую мотора. Ебать. Let's go. Поехали нахуй. Нихуя, задом даю. О-о-о. Поехала. Блядь. Сука. Тачка не дрифтит, блядь. Там, прикинь, Егорчик тоже гоняет, оказывается. Да? Да. О, Олег Джоффи зашел, прикинь. Он фиксплей там гоняет, смотри. Ебать, навигатор, turn left. Что ты делаешь, жмит на туда-сюда крутишься? Блядь, да Егорчик, я твой рот, блядь. Он специально въезжает в меня, съебал! Смотри, что делает! Сука, нахуй, блядь, давай бодаться, блядь! Давай бодаться, блядь, Егорчик! Сука, съебаться за... На Жигуле, блядь, приехал, нахуй! Ебать, дракоши гоняет там с гличом! Пиздец, вся братва тут, вся семья! Блядь! Да ебать, ну какой... Пиздец заносит! Бля, на этой тачке невозможно гонять! Смотри, уёбок на Егорщике. Просто взял и въебался меня. Он просто приехал и въебался. О, Олег.
Все, в Москву едет. Ща. С колены. А что мне нажать? Подожди. О! С первого раза угадал. Смотри, это я справа, видишь? Похож? Точь-точь. Welcome! Давай, Ребекка, блядь! Вперед! Голландский ебашит, смотри! Дракоша! Энди Фай! Ебать, пацаны, а что вы тут забыли? Ебать, посигналил. Тихо, 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 Дракоша, ну не бодайся. Ебать, все наши тут. Семейная гонка, ребят. Да в смысле пропущено? Ничего не пропущено. Ой, бля. Пизда дрифтит, я ебал. Бля, ну я нахуй я эту тачку взял? Как я теперь поддаваться пацанам буду? О, походу пошло, пошло, походу, ребят. Сейчас прочувствую тачку. Ну тут такой себе дрифт, ребят. Опасно. Бля, нет! Сука. Занесло. Бля, пиздец, они тачки. Ебать, я заебусь на первых местах выигрывать постоянно. О, сейчас дрибуется, чекай. Нормально подрифт, все, забей, забей, забей. Бля, слишком сильно занесло. Пиздец, слишком сильно занесло. Чё ты, Хасан, бля? Бля, пиздец, я заебался выигрывать, нахуй. Ты там даже что с голландским, с дракошей, блядь, с андифаем гоняешь, блядь. Меня не позвал даже. Я только узнал сейчас, что семейная гонка, блядь. Ты сказал, семья? Я Джонни Торетто. Это мой последний заезд ради Джонни, семьи. Ты Джонни не Торетто, а Джонни Торетто, блядь. Джонни Торетто, блядь. Во, видали, смотри, они сзади все на мини-карте, смотри, я первый еду. Ты играешь сейчас? Он на руле тоже играет. Ебать! О, дрифтанул! Ты играешь с Джонни или просто? Не, просто. Все, все, пошло! Блять! Ебать, залагало! Во-во-во-во! Ебать! Я, видали, я первый! Вот тату ты нахуй меня буксуешь, эй, бля! Давай нахуй! Чё, блядь? Как, что? Откуда блядь, да хорош! Бля, Вова, блядь, нахуй! Тату, знаешь, почему я не играю? Пол Уокер. Ты долбоёб. Ёбаный стыд. Айзек, не хочешь Айзека поиграть? Какой Айзек, блядь, семья ждёт, нахуй. Чуть позже сходи. Давай, давай. Я наверху, короче, если что. Бля, пиздец. Гонять-то ради семьи. Вся ответственность, блядь. Главное не проебать эту гонку. Другой тачки не было? Да, блядь, это семейная тачка, по наследству досталась. Я не мог взять другую тачку. Чё Торетто на 12-м месте гоняет? Какой 12-й? Это первый и второй, я два места одновременно занял. Тихо, тихо, тихо. Во, сейчас будет жесткий дрифт. Смотри, 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 смотри. Бля, занесло. Бля, занесло. Бля, ну это пиздец. О, тихо. Не, ребят, вот техника, видали, техника и дрифт, мне даже 100 рублей платят, на кива сразу капает. За технику.
О, смотри, смотри. Бля, о, дрифт, смотри, ебать, дрифтую. Техника, техника. Бля, пиздец, но игра по факту знает, как я гоняю, за технику платит. Да, сука, ну, бля, вы таранте, таранте, блядь. Давай, ломай, мы же миллионеры, блядь. Давай, езжай. Сука, блядь, понаберут таксистов в Яндекс.Такси, нахуй, хуярят, блядь. О, нормально. Все, 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 все. А, ребят, пора обгонять вас. Я прикалывался. Бля, пиздец, кто маслом смазал дорогу? Пиздец, Марио тут еще, нахуй. Эти бананы, банановую кожуру кидает, я не могу нормально поехать. Пиздец, все лишь бы, чтобы я проебал. Смажу там, блядь. Покрышки мне проколят. Я думаю, что хули так плохо едется. Бля, все, потому что я выигрываю постоянно, меня хуярят по полной программе. О! И давай, нитро! Ебать! Не справляюсь с управлением! Ебать! Все! Ебать! Все! Воскрес! Я же Доминик Торетто, ради семьи! Опа! Хорошо. Да бля. О, нормально, тихо-тихо-тихо. Главное держать управление. Главное держать управление. Да пизда, бля. Все. Ладно, ребят. Я больше, я обещаю, больше не буду разъебывать вас. Больше не буду. Ебать, первое место. Найс. Бля, пиздец, охуенно. Ебать! 11 тысяч рублей! В этот раз победа... Но я вижу, тебе потенциал, не сбавляя оборотов. Вполне возможно, тебя позовут в следующий раунд. И, конечно, бля, они не хотят, чтобы я всех разъебал в том раунде. Ебать, это зрители сейчас на Твиче? Ебать, спасибо, ребят. Ребят, прожмите фоллоу ради семьи. Привет, я Анна, автоматический навигационный наблюдательный ассистент. Я помогу вам исследовать фестивали и... найти интересные события по всей Британии. Привет, я Джонни, да. Бля, пиздец... Здорово! Ваша радио, по идее, уже настроена из станции Horizon... Пульс, Бас Арена, Horizon Block Party. Вас, да, похуй. Нормально. Че, еще раз разъебать их? Или нет? Подожди, я точку могу же менять? Или еще не могу? Блять. А как тут паузу вообще нажимать? Доминик Торетто, спасибо за 50 за погашение комиссии. Семья, ради семьи. Доминик, все ради семьи. Спасибо за 50 за погашение. Кризик, спасибо за 100 огромное. Что не масло спать? Так, стоп. Что я хотел сделать? А, тачку. А почему недоступно? В настоящий момент в осенний сезон завершите первый заезд в Тарнхаус. А где этот Тарнхаус? Фестиваль Horizon. Тарнхаус, скажи. Спринт вампс. В ансамбле, блядь, каком-то. Какой ансамбль, блядь? Поехали. В ансамбле едем, ребят. Опа, Олег, брат, здорово. По встречке хули гонишь, блядь. Во, смотри, смотри. 200 гоню, блядь, пиздец. Ебать. Ебать, 200 гоню. Нормально. Так и задумано было. Блядь, газ-то забыл нажать. Макдональдс через 200 метров. Чё, МакАвто, чё МакАвто заказать? Чё МакАвто заказать?
Новый ЛР. Ебать! Лучшая техническая цепочка. Картошку фри, биг тесте. Ебать, вы что думаете, если я сейчас в гонке 12 тысяч рублей выиграл, я что, вам все закажу с мака? А слишком много. По этот. Не наглейте, блядь, заказом. Поменьше что-то позакажите. Сейчас сделаю. О! Сейчас будет. Бля, не цепляй эти. Ебать, по встречке хуярят, да похуй, блядь. Блядь. Я умер. А, если ради семьи, все, ладно. Вы сказали семья? Я покупаю весь Макдональдс. Я покупаю всю франшизу и раздаю всем еду бесплатно. Да, блядь, ну забор теперь не ломается. Давай, педаль, фол! Ебать, 30 км в час я на Жигули гоняю, охуеть. Да похуй, ребят, давайте понаблюдаем за ландшафтом, блядь, за МКАДом. Это люберцы, нахуй. Преобразились, конечно, люберцы. О, под мостом. Здесь как раз, блядь, убивают людей. А мы тут, блядь, на тачке проезжаем. Давай, чил, бро. Turn left. Слушай, какой налево? Направо надо ехать. Бля, навигатор еще наебывает, пиздец. О, сейчас дрифт. Блядь, ну сука, я же... Реально, эти таксисты, блядь, пиздец. Сейчас приедем. Знат! Выходи, Знат! Я тебе сейчас, блядь... Знат! А мотор-то как ревет! Смотри, как мотор-то ревет. Опять спит, сука. О, пока этот знат проснется, блядь. Ладно. Вон дракоша, блядь, за знатом тоже поехал. Давай, он спит. Смысла нет, брат. Притормозим, да? Ух, ебать. Ну? В смысле, я... О. Поехали. Ради семьи. Спринт в ансамбле, блядь. Что это? Что за решетка? Стартовая решетка. Что это? А, ну понятно, они меня специально назад ёбнули, чтобы я, типа, не выебался. Тюнинг. Меня экзибит поможет, если что. Ух, не-не-не-не. Это я боюсь трогать. Ща. Ну, бля, сейчас вообще на изи ёбнем. Все. Я посложнее врубил, чтобы... Хоть как-то их почувствовал. Поехали. Ну все сразу видно, смотри, как потей сразу нитро ёбнули, блядь. Сейчас я дам фору небольшую. Бля, дракош, не бодайся, ёбаный твой рот. Ладно, проезжай. Даю фору, давай. Даю фору. Езжай. Я вам дам фору, ребят. Но сейчас будет, блядь, дорога. У-у-у! Чистая езда, ребят, чистая. Сейчас, чекпоинт надо взять. Все, и притопить, и Ебать, опять маслом смазали дорогу, суки. Я вам и так, блядь, фору дал, а вы... Ёбаны. А как назад?
Блять, а как? О, нет, не то. Да не то. Как? Блять, нет. А как? О! Время назад отмотал. Ни хрена я Супермен. Ебать. Нихуя. Все, и ничего не было. Ебать. Я этот поворот, ебать, идеально прошел, да? Ебать. Идеально прошел этот поворот. Даже масла на дороге не почувствовал. А, все, пацаны, я вам дал фору, давай. Теперь расступись. А, подожди, у меня фокус есть. Оп. И оказывается, я этот поворот-то идеально прошел. Оказывается, я идеально прошел этот поворот, ребят. Ебать, я герой Life is Strange. Давай, давай, давай. О. Блять! Тихо, меня-то тут не буксовало, правильно? Не буксовало у меня тут, я тут нормально вот так проехал. Вот так дракошу пизданул. И поехал, как ни в чем не бывало. Олег, давай паркуйся, короче, на штрафстоянке, блять. Бать, Галыч первый едет. Так он же в морях, нет? Андрюха, сори. Тихо, тихо, Олег, брат, куда? Все, Галыч, давай, Галыч, на пенсию. Блять, Олег, ну ты что? Подожди, Олег, я-то отмотаю сейчас время назад. Опа. Все. И тут все заебись-то было. Я такой сказал Олегу, стой! И все нормально, и никакого ДТП не случилось. И всем все классно. Да ебать, но она дрифтует так, ебаный свет. Да похуй, въебусь, главное в Олега не въебаться. Кто-то меня сзади уже пиздит. Так. Обгон. Даже если сплошная была бы мне поебать. Ой, а тут тормоз надо. Ебать, ну опять занесло. Да пиздец, везде это масло. Когда вы берете... А, мне, наверное, из-за номеров масло везде. Это усложнение для игры. Вот оно чё. Бля, нахуй я тогда так сделал? Бля, ее так заносит. Это пизда! Да она заебала заноситься уже! Пиздец, а не тачка. Бля, дайте ламбу. Я сейчас такое покажу. Так, Галыч, все, на пенсию, брат. Тихо. Тихо, 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 тихо. Олег, Олег, назад, назад. Ебать. А-а-а, блядь. Первый, на. Пизда. Ебать, 100% прогресс. На 100% идеально прошел, прикиньте. Охуеть. Победитель, во, хлопают, конечно, блядь, ну ебаный рот. Сколько мы выиграли? 2000 рублей, нормально. 2000 зрителей на стриме, спасибо, ребят. Конечно, с таким талантом-то. С таким талантом. Ебать, уже почти 5, почти 6 тысяч зрителей, нихуя. Спасибо, ребят. Ебать, со мной отношения выясняет, нах. О, да у вас Фрэнка не отличить, прошу прощения. Джоэл Картер, представитель Horizon по работе с водителями. У меня для вас любопытное предложение. Поблизости снимают кино, и на съемке очень не хватает водителя-каскадера. Я понимаю, что это неожиданно, но вдруг заинтересует. Да, блядь. Ради семей готов на все. Для фильма, прикиньте, уже фильм позвали. Я только руль купил, уже фильм позвали сниматься. Охуеть. Блять, всего лишь руль, оказывается, нужно было купить, и все. И вся жизнь обеспечена.
Все, мы тут на изи, тут первое место, тут первое место. А там что мне нужно будет делать? Бля, ну дайте по-братски тачку. Нормальную. На это уже отработал. Форсаж 10? Ебать. Ну я готов. Но это, но с одним единственным этим условием. Это будет наш последний заезд. Только с этим условием, что это реально наш последний заезд. Ебать, там дракошу тачку уже одну. Ебать, 200 летим. А где камеры? Ебать, камеры не поставили, что ли? Ебать, что это такое? По МКАДу мчу нахуй, а камер нет. Ебать. Смертельный номер. Ебать, не задел даже. Все. И припарковали, смотри. Не-не-не, продолжаем маневр. И поехали дальше. Ебать, ничего не сбили. Ладно, тут мы припарковались. Все, прям на парковочку заехали. Так как мы в Маке взяли заказ, можно перекусить. Хотя, блядь, перед этим, перед съемками-то не нужно перекусить. Потом покушаем. Поехали. Чё там? О. Здорово. Вообще, поворот резкий будет. Давай, езжай, бля, ёбаны. Дрифт в замедленном действии. Заебок. Вот так вот. Мабось, бля, так и делается все. Все, автопилот врубил. Без рук. Без рук. Ладно, с руками уже. Дрифт. Все, прекратился дрифт. Ничего не сбил. Что, от первого лица хотите? Лучше вот так или откап... О, реально. Бля, один в один, реально так... У меня тоже руки загорелые. Ебать. Ну, сейчас пиздец, конечно. Смотри, что вас не укачало, я-то лихач тот еще. А вот и большая звезда большого экрана. Это все потому, что я... О, Джимми, блядь! А чё, он в фильме тоже снимается? А кто Джимми нахуй в съёмки взял? Ебать. Ебать. Ебать, я впервые за Бугатти сижу. Ну-ка. Ебать. Нихуя, нихуя себе. Фильм, блядь. Ебать. Охуеть. Тихо. Мы же не хотим разбить тачку, блядь, за... Сколько там? Там пиздец потом баннеры на стрим нужно будет вешать, чтобы бабки отдать. Блять, просто покататься дали. Тихо, тачку нельзя разъебать. Нет! Оп, так и хотел, задним ходом. Парктроники нахуй не работают, вообще похуй. Все? А где выплата? Все, приехали, скорость развивать вы умеете. Ебать. Вам еще учиться и учиться. Да в смысле, возможности, конечно. Это классная погоня, герой преследует самолет, он скрывается, пролетев через старую ветряную мельницу. Не спрашивайте, если Джон не врет, вы справитесь на ура. Конечно. Эй, дышите глубже, держите все под контролем, я расскажу, что делать, все будет в порядке.
Давай. Ебать. Слушай, а что это? Сколько мне за это заплатят? Ладно, похуй. Все, за мной самолет летит. Все, пиздец. Тут резкий... Кто? Осуждали, долбоёб! Ебать! Ебать. А чё он меня обосрал? Чё за хуйня? Я сейчас твою тачку разъебу, посмотрим, как ты как меня еще назовешь, блядь. Бля, мы на бабки влетели, пиздец. Ребят, стримим казино, но мне бабки отдать надо будет. Пиздец. Ебать. Все, придется реально казино стримить. Охуеть. Пизда, блядь. Ебать, это ж сколько еще баннеров сверху надо будет наебашить. Приехали, блядь, все. Все, ебать, приехали. Все, приехали, блядь. Все, ебать. А нет, или уехали. Ух. Нормально, 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 нормально. О, ебать, крылья прям аж. Нормально. Бля, я, короче, потребую за оплату этого маневра, скажу, моральный ущерб получил. И что они меня должны выплатить за то, что этот... Я моральный... Блять. Короче, за то, что моральный ущерб получил. И типа это. Все. И они мне выплатят, короче. Я себе второй еще Бугатти сверху куплю. И никаких баннеров не надо будет на стрим. Или я вообще могу сказать ради семьи. Осталось. Че, бля, бомба в машине? Бля, что, взорву сейчас? Пиздец. Все, я взорву сейчас. Ребят, не поминайте лихом. Бам! Пиздец, блядь. Это было жестко. У меня руки дрожат, смотри. Ему страшно уже. Ему страшно. Ему страшно, блядь. Ему страшно. Ладно. По новой. Сейчас нормальный вид ебанем. Да хорошая, осуждаю, долбоёб, блядь, я стримлю. Ебанат. Осуждаю. Ты перемотай. А, так. Да блядь, ну что за хуйня? Зато посигналить можно так, тихо. Опа, фокусы. Поехали, фокусы. Все. Да ебать! Хуи! Бля, пиздец, у меня знат бы отъебашился бы, я еще его стульчики снес бы. Да ебать, ну что, она тоже... Короче, я понял, в чем прикол, чат. Я понял, в чем рофл. Вы мне специально... сказали выключить. Специально вы мне сказали выключить, чтобы я постоянно вот это как по маслу хуярил. Вы специально сказали выключить. Чтобы я потом сам из своего кармана бабки выплачивал. Так. Нормально. Благо, декорации все на месте. Все. Похуй, на 200 мы всегда едем. Это наше нормальное значение скорости. Нормально.
Во, едет, смотри. Техника, техника опять. Показываю технику, ребят. Один раз. Показываю один раз, профессионализм. Один раз. Похуй. Один раз. Это парковку профессионально показываю, смотри. Ладно, похуй, парковаться не будем, поехали нормально. И на мельницу, блять. Что-то решил опять припарковаться. Ладно, стираем память, вы ничего не видели. Тихо, 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 тихо. Не, еще давай. Парковаться похуй. О, ладно, аккуратно. И аккуратно. Как будто у тебя не Бугатти, а что-то нормальное. И все. И нормально, блядь. Прыжок. Я смотрю, смотрю вперед. Все. Ебать. Изи. Фу, все. Ебать, я красавчик. Нормально. Вот так, ребята, фильмы и снимаются. На стриме прямо, эксклюзив для вас. Что это, уже кожа, блядь, отходишь? Что это такая? Сколько? У меня 70 тысяч рублей уже. Это почти VR накопили, чат. Почти VR накопили. 7500 зрителей, ебать. Трюкач. Это я. Здорово! Послушайте, что вам дали роль в новом фильме. Когда станете богатым и знаменитым, найдете время поучаствовать в осеннем сезоне. В Лего, блядь! Не, я в Форсаже снимался, не в Лего. Не-не-не-не. Кира. Не-не-не-не, я в другом. Гонять много нельзя, ребят. Ради семьи нужно отдыхать. Нужно время семье уделить. Поэтому... можно закругляться, я думаю.